Всем здравствуйте, ребят, всех приветствую. Мы продолжаем проходить ходячих мертвецов. Кстати, сразу же. Скажу, кто не подписан на телеграм-канал, ссылочка в описании и на ваших экранах. Сейчас телеграм-канал. Кто не подписан, тот не знает, что да как. Ну, что да как вообще по видосам, почему не было их так долго и тому подобное, да, там, вот. Если вы не видели пост, заходите, прочитайте. А я вкратце скажу ту информацию, которую я там написал. В общем, ходячих мертвецов я сейчас пересниму, да. Я их прошел до конца, знаю концовку, и 400 дней я прошел вот эти вот, да. Вот. Знаю, про что она будет, но... К сожалению, все записал с черным экраном. Я это исправил сейчас. Надеюсь, все сейчас чики-пуки, бля. Вот, что еще? Попробую воссоздать те же эмоции, которые были у меня. Но слова из концовки я вставлю то, что уже отснял. Потому что там те слова я повторить, к сожалению, с теми же эмоциями не смогу. Поэтому, Саш, поудобнее надевайте пледик. При этом сидеть, кто кушает, при этом чай пить, кто сейчас пьет чай, кофе или воду. Усаживайтесь поудобнее, приятного просмотра, а мы начинаем. О, привет! Так-с. Здесь мы с вами остановились на прошлой серии, верно? Верно. Maybe we could walk. Может, пешком пойдем? That's fucking stupid, Ben. Это пиздец, как глупо, блин. Я просто предлагаю. Даже не знаю, я не такого подня мужественного, как вы, но думаю, мы справимся. У нас же есть чертов поезд. Штука наполнена молоком, Чарльз. Там видно дизельный поезд, который могут взорваться. Все это люди держат себя в руках. Мы же команда. This ain't shit. This. Yo, you keep screaming like that. You're gonna get your face chewed off. You guys gonna be trouble? Because we couldn't just get walking. No, we're friendly. Put your hand down. That's what everybody says. Так все говорят. We know. Мы знаем. Да, не будем. Посмотрим. Какие-то проблемы с вашим поездом? А, ты сидишь прямо перед ним. It's a wreck. Чувак, здесь была авария, но отсюда выглядит не очень стрёмно. Дай своего приятеля, пусть посмотрит. Если там что-то пойдет не так, то мы не дадим им уйти. Паша, посмотрим с тобой. Не дай бог, если окажешь убийцем или ворами, когда я поднимусь. Ну так поднимись и узнай. Ой, блядь. Поднимись и узнаем, бать. Ну, парни, это то, что нам нужно. Это тебе кажется, что они нам нужны. Мы и так неплохо справляемся. Это сейчас. Потом куда-то прекращай. Эй, чувак, я Амид. Ли. Я Криста. Что за дела с поездом? Мы на нем. О, блин. Да. Слушайте, вы хотите нам помочь? Нам бы пригодились лишние руки. И да, нам очень нужна помощь. Что там? О, черт! Черт возьми, да с вами же ребенок! Что ты тут делаешь? Знаете, как давно я не видел детей? Охереть, тебя как звать? Клементина. О, пойму, значит, можно ругаться? Что ж, это круто. Видишь, все налаживается. Да не, ты не отец. Он внизу? Это так очевидно? Для меня? И нет, там его нет. Какая у тебя история? Я с вами вышел Клементина первый день ужаса. Видишь, я был заключенным. Чё, мало тебя есть тюремные? Что там? До этого дела не дошло. А те, которые там, они в порядке? Кенни потерял жену и ребенка. О, как давно? Который час? Я не знаю, 4. Где-то часа 2 назад. Господи.
Мы очень сожалеем обо всем, но этот поезд классный. Это цистерна, большая проблема. Мы поможем вам с ней, но если нам что-то не понравится, мы уйдем. Одни. Будем благодарны за помощь. Думаю, просто пробить ее не получится. Если бы мы могли спросить ее, дальше его уже не будет ничего такого. Начнем туда. Мы пойдем из той идеологии, нахуй. Ебал я их рот, честно. А ну-ка, давай. Опа. Открыл. Опа, еще открыл. Ну-ка. Опа, взял. Ну что ты, и за ленточку, да, возьмешь? Да вот лучше знак стоп возьми, вот это вот, да. А, ну, бля, понятно. Да, очень полезная вещь, братан. Согласен. Пусто. Ты как, блядь, определил, что он просто стоит? Ну, ладно, да, посмотрим. Понятно, ладно, let's go. Let's go вниз, пизду их. Ребята, это Амит и Кристина. Я очень рад уж прием. Как я уже сказал, хорошие люди нам пригодятся. We just wanted to say hi and say your train is pretty cool. But we are not looking for charity. The plan is to cut that ticker down and be on our way. Похоже на хорошую планку по мне. Пойдите начать с верхушкой этой церна. Я болтаю с девочкой немного, если не против. Думаю, если показать тебе, как эта штука работает, на всякий случай. Really, Кен, ты серьезно? Вероятно, это будет даже к лучшему. Так, кто-нибудь сходит на тот вокзал? Отличная идея, давай сделаем это. Let's go. Можно просто с тобой? Мне не нравится новенькая. Нравится нам. Ведь мы же команда, как ты сказал. Ага, отлично, пойдем. Клементин и я проверяем эту железную дорогу, ладно? Слышишь, что я не слышишь? Так, какой-то вокзал. Мы куда-то пришли. Проверю с инсайд. Выживет один. Somebody was doing some painting. Или выжив в одиночестве. Хуй его знает, короче. Не входить, нарушители будут наказаны. Опа. You should wait for me before trying to open doors. Нужно взять меня, прежде чем открыть двери. Извини. Часть она заперта. Но вместе мы придумаем, как ее открыть. Шо, как? Ну давай ручками попробуем сначала. Нахуй. Подается. Опа. Вверх прыгал. Может, могу пролезть туда? Сможешь? Давай. Давай позади на плечи, а ты заглянешь в окно наверху. Хорошая идея. Окей. Так, я вижу внутри. Что мне делать? What do you see? Что ты видишь? Lots of crates and stuff. Maybe we can find a key. Figure out a way to knock this door down. Мы с кем можем открыть замок? Это должно сработать. Actually, might work now that we have the time. I think I opened it. Думаю, я открыл ее. For real? Правда? I think so. Думаю, да. Well, I'll be damned. Все очень просто, мужик. Не надо заморачиваться иногда. Let's go. Идем, будь осторожен. Я должен тебе это говорить. Отправка и получение. Черт, здесь темно. Может, мне подержать дверь? Мне это не нравится. Может, я смогу подпереть дверь чем-нибудь. Good. There's some space up there, but not much. We're lucky I'm so little. Yeah, we are. Так, ну что, let's go. You okay going? Можешь лезть на эту решетку? Yeah,
Да, конечно. Опа, нихуя. Смотри, опа, паркуйся, товарищ. Иди, возьми ключи, Клем. Ну же, иди. Сзади. Нет! Я не умру в туалете! Нет! На, ебать. Хедшот, ебать. Все хорошо, все хорошо, все нормально. Включи живо. Let's go, давай, 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 давай. Опа. Блять, не то нажал. Вот это. Опа, опа, опа. Давай, опа, открывай. Бам, блять. На, нахуй, сосёшь ты, блять. А, ты всё, блять, девочка, ебать. Слушай, не очень-то хорошо. Да, всё прошло очень даже плохо. Мы в порядке, все в порядке. Что происходит? Мне казалось, что я слышал выстрелы. Мы в порядке. Мы нашли находящих. И ты с 8-летней девочкой уложил трехходящих, да? Ебать, да, нахуй. Что тебе, блядь? Не нравится что-то, нахуй? Мы справились. Yeah, да, похоже like. На то. А what что если бы нет? О, началось, ебать. Подъяксовы доставили на шумном проблем. Хорошая идея. Что, женщина с яйцами, что ли, шо, блядь? Шо, надеюсь, ты знаешь, что с ней делаешь. Я тоже. Ради ее же блага. Давай, ебать. Что-то не нравится, не забудет. Ну пусть не забывает, я тоже это не забуду никогда. А то, блядь, начинается, блядь, хуета. Вот, блядь, как тумбочку, так мужик, блядь, да, нахуй. А как вот это вот, о, блядь, сильная, нахуй. Да, блядь. Шокс, ты должен вперед. Ага, поверки немного трясутся. Это пройдет. Так, ну шо, забираем. Лут. Она у нас. Пойдем наружу. Чему научились? Что еще не готовы стрелять? Нет, Клим, мы научились, что что бы мы ни делали, это опасно. Мы станем лучше, умнее, быстрее, верно? Хорошо. Ну и все, let's go, ебать. Запомнит это, let's go, нахуй. Блядь, лежит, лежит, чилит. На расслабончике чисто, блядь. Я нашел паяльную лампу на вокзале. С ее помощью можно быстро отцепить цистерну. Отлично, я пойду с тобой погляжу. Пошли, ебать. Шо, где ты, ёпта? Давай нахуй. Let's go. Дерьмо. В чем дело? Шланг протекает. Вырубай, чувак! Я не хочу, чтобы у меня брови подгорели. Надо чем залатать протечку. 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 Ух. Ну давай вот этим. Надеюсь, подержится. Ну ебать, старый, блядь, проверенный способ, ебать. Изоленточка, блядь, или скотч. И все нахуй.
Охренительно, сколько крежет. Почти готово. Спасибо. Без проблем, чувак. Эта штука держит на лоске, она может обрезаться, она собрушится. Нахуй, иди, блядь, ты, блядь, в пизду тебя. На, держи, я не смогу дотянуть до нужной точки цепа. Думаешь, я смогу? Нет. Ну ты сидишь с края, я буду тебя держать. Тогда держи крепче. Боже, ты знаешь, сукин сын, ты это знаешь? Да, вниз начинай резать. Ребята, что-то приближается. Что за херня? Там должно быть тысяча. Нам нужно уходить. Блядь, Амит, режь. Режу. Том, вытаскивай меня. Но-но. Кенни, поехали. Опа. Дима, что нам теперь делать? Молись Богу, чтобы это сработало. Срань, господи. We gotta jump. What? No way. Надо, надо прыгать, малыш. Малыш, что? Давай, пошел. Сейчас? Да так ты сукин! Наебать. Не меня! Криста, нет! Хорошо, милый. Я в порядке. Ебать! Говори за себя, у меня нога повреждена. Мы в порядке, Клементина. Мы в порядке. Ебать, это пизда. Вопрос в другом, откуда они там взялись? Взялись, взялись. Следующая остановка — Атлантика. Мы будем своей дорогой, Клементина. И я. Что это, блядь, значит? Я думаю, мне и Клем с тобой придется разойтись. А Мит и Крис могут сами себя решать. О, извини, но у нас уже есть план. Мы его обговорили. Ты будешь в порядке. Ну, жить буду. По крайней мере, пока течет кровь по жилам. Насвидетельство тебя с твоими мыслями. Никогда не видел, чтобы она так хорошо спала. Опа, сюда залутаем. Привет. Что за...
Не могу дождаться, когда приедешь в Саванну, Клементина. Водворись вместе со мной. Обязательно найди меня, неважно, хочет ли этого или нет. Теперь нужно... Твою мать. Я думал, только не сломано. Я тоже. Нихуя себе. Если он убил Клементина, то что у него? Ее родители? Вам стоит придумать план получше. Охуеть. Все, мы прошли с вами эпизод. Мы почти у реки. Ты хочешь плыть на лодке или хочешь ждать, пока ходячие придут? Мы все еще можем уйти, Клем. Только ты и я. Но Саванна опаснее, чем я думал. Я не знаю, как долго он продержится. Если с ногой станет еще хуже, то нам придется нести его. Или оставить. Вместе я бы покинул улицу сейчас же. Ой, это черт возьми, отвечай мне. Итак, когда ты хотел сказать про рацию? Кто с тобой разговаривал? Верни сюда, я убью тебя. Слышишь? Я убью тебя. За каждым углом. Охуеть, вы убили девушку на улице, 59% не убивали ее. Вы бросили ли? Вы 42% игроков бросили ее. Может, не бросали ее? Ах, пизду, блядь. Ну, в принципе, все, ребят, такой вот эпизодик получился, такая серийка, довольно-таки короткая, но интересная. Вот, поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайк, комментарий, пожелания, все лайку, все отвечаю. Вот, в принципе, все. Увидимся в следующих сериях. Давайте.